Легендарный «Спартак» – спортивный объект с вековой историей. Для жителей Звенигорода это не просто стадион, а историческое место. Когда-то летом спортсмены здесь сдавали нормы ГТО, а зимой жители приходили на каток. Реконструкция стадиона началась в 2021 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Спорт Подмосковья». Открыть обновленный стадион планируют в сентябре этого года, к 750-летию Звенигорода. Финальный этап работ по реконструкции «Спартака» проверил депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. По плану у нас 28 числа подрядчик выходит на асфальтирование 27 июля на асфальтированные хоккейные площадки, теннисного корта, многофункционалки. Работа кипит. Совсем скоро здесь будет большой комплекс с хоккейной коробкой, беговыми дорожками, многофункциональным полем для игр в футбол и баскетбол, скейт-парком и столами для настольного тенниса. На территории разместят пост охраны со шлагбаумом, будет работать система видеонаблюдения. Вдоль набережной прогулочная зона с освещением и видовыми площадками. Здесь очень много новых объектов появится. И это прекрасный подарок городу, всем, кто любит спорт, всем, кто занимается здоровьем. Таких становится все больше и больше. Будет очень востребованный и своевременный объект для жителей Звенигорода и всех, кто сюда приезжает. В рамках рабочей поездки парламентарий посетил и Введенскую школу, открытие которой после капитальной реконструкции запланировано к новому учебному году. Выполняется, в принципе, достаточно быстро. Инженерия практически закончена. Не остались без внимания Голубкова и другие вопросы звенигородцев. Жители микрорайона Супонева обратились к парламентарию с просьбой установить тротуар вдоль Нахабинского шоссе до улицы Центральная, так как на этом участке регулярно происходит ДТП. Депутат взял обращение в работу и направил запрос в профильное министерство. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».